Всем привет, вы на канале Карины. И сегодня мы так давно не познакомились, потому что не было времени, мне не приходила мысль на эту. Есть второй канал, Даша Стопик. Переходите по ссылочке внизу. Я всегда хотела рассказать об этом, но не было времени снять это видео только ради моих этих самых фактов. Как меня зовут? Карина. Мне 10 лет. Как я сказала, мне 10 лет. Даша Стопик, вообще ее нормальная фамилия и имя, Даша Зорина. Мое имя Карина Подгурская. Она сказала 5 А. Мы с ней 5 В. Мы с ней 5 В, я уже это, думаю, сказала. Короче, учусь я на хорошистку. Четверки, пятерки бывают очень редко, двойки, но в четверти, в годовой мне двойки не стоят. Езжу я по санаториям. Чаще всего я посещаю санаторий Айтадор. В этом году я тоже поеду в Айтадор, санаторий в Ялте. Очень, в принципе, хороший. Я там уже третий раз буду. Мне очень нравится в том санатории, хоть там и надо лечиться. Это город Симферополь. Коллективные сады. Я живу в коллективные сады. Улица Розовая, Каменка, дом 49. Город Симферополь. Жила я, улица Балаклавская. Если вы не заметили, то это дом канала «Два братана». Если вы смотрите канал, то вы, наверное, узнали эти обои, которые сзади меня. Сейчас я у них. Они мои братья. Мы с ней как бы одноклассницы. Мы в одном классе, всякое такое. У нее есть собака Марик. Сейчас, какие у меня мечты? Я мечтаю себе завести какого-нибудь животного, например, собаку. Но, как вы знаете, не всем это удается. Я сейчас могу вам немного показать комнату, в которой снимают два моих брата. Два братана. Эмин и Эльвис. Их зовут Эмин и Эльвис. Вы же смотрите канал «Два братана»? Да-да, я сейчас не могу ничего показать. Но у меня кожа посветлела. И это правда. Потому что я сделала специальную... Щелк. Вот и все. Я рассказала все себе. Всем до встречи. Всем пока.